Для участия в конкурсе хозяйствующие субъекты сферы общественного питания или органы местного самоуправления в Краснодарском крае представляют в департамент анкету-заявку участника и фото- и видеоматериалы, характеризующие деятельность предприятия. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по 23 марта этого года включительно. Подробную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края в разделе «Отрасли общественное питание» и по телефону в Краснодаре 261 16 86.